Ну, вот теперь Оля вводит пул. Давайте посмотрим. По-моему, тоже вполне удачно. Да, нормальный пул. И это тоже хорошо. Надо, чтобы два человека умели вводить. Кто-то перехватил, а кто, я даже отсюда не вижу. Давайте посмотрим, кто это. А, ну это Оля была, ну молодец. Вот с такими командами Оля заряжена играть. Все у нее получается. Играет в удовольствие. А посильнее, если команды, может и поплыть. Болельщики. Баланки.